Новые микрорайоны продолжают появляться на карте Нижнего Новгорода, осваивая и преображая те территории, которые раньше были заняты производственными помещениями. Сегодня мы расскажем о проекте жилого комплекса «Аквамарин», который реализуется группой компании «Столица Нижней». Этот квартал будет построен рядом с Малитовским мостом в районе Комсомольской площади. Вот так будут выглядеть дома. Отличная архитектура под стать своему месторасположению. Об этом говорит и главный архитектор проекта Слава Усанова. Давайте послушаем. Уникальное географическое положение вообще Нижнего Новгорода, и в частности вот этого района, да, который расположен на береге Оки, где такие наши приволжские, приокские просторы, он диктует, что все-таки должно быть вот нечто такое масштабное, крупное и с таким каким-то строгостью, с каким-то таким неким полетом. И она такая несколько консервативная, да, можно говорить. Но я подумала, что это, наверное, не случайно, потому что все-таки консерватизм, он всегда идет рядом с такой стабильностью, с надежностью. А теперь переходим в студию и поговорим об уникальности проекта, сроках реализации и как подобные проекты меняют облик Нижнего Новгорода. В студии «Столицы Нижней» Андрей Валентинович Поваляев, генеральный директор компании «Стартстрой». Здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю начать нашу тему об «Аквамарине» с количества домов, с высотности и с общей площади застройки. Что вообще из себя будет представлять жилой комплекс «Аквамарин»? Вообще площадь застройки – это порядка 8,5 гектар. Вот, там будет располагаться 8 домов, 4 из них это 25-этажных и 4 23-этажных. Общая площадь будет 85 тысяч квадратных метров, где-то 85-85,5 будет. Понятно, учтено все, учтено то, что и расстановка домов, и, естественно, выход фасадов учтены таким образом, что они находятся на берегу Оки, чтобы было приятный, красивый вид из окон. То есть это все, конечно, естественно, предусмотрено. То есть мы опять говорим о некой комплексной застройке. Да, это комплексная застройка. Что будет еще построено вместе с домами? Ну, вместе с домами, если брать прилегающие территории, то, естественно, рядом, прям на прилегающей территории, значит, будет построен детский сад. Он там запроектирован. Вот, земля выделена, Уксу. Ну, строительство по срокам, которые в городе заложены. Вот, рядом торговые центры, сами знаете, Икея, Максидом, рядом Комсомолка. Не только площадь, но и Комсомолка. Это да, мол. Да, 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 да. Да, вот. Так что все в шаговой доступности вполне. На берегу тоже планируется, и в прошлом году был утвержден вот этот городской проект планировки между мостами. Наконец-то, да, город давно об этом мечтал, что данный берег, такая красота, которая видна из высокого берега, и оттуда вид хороший, будет, так сказать, застраиваться. Ну, я думаю, что мы вот первые вносим такую лепту в этот... В эту именно, большую работу. Да, там есть еще застройщики, которые сегодня строят, но это 1-2 дома. А вот, так сказать, квартальные, микрорайонные, своей архитектурой, вот это вот, я думаю, что мы первые начали, и дай бог, чтобы это все продолжилось и получилось. Мы с вами не сказали о том, что жилой комплекс будет находиться, по сути, в географическом центре Нижнего Новгорода. Вот как обстоят дела с инфраструктурой там? Ну, с транспортом, вы видите, все рядышком. Вот. Новым проектом, на который, вот я уже сказал, тоже будет проходить дублер, отдельно связывающая вдоль реки Оки дорога. Вот. Там будет скоростной трамвай, насколько я так видел проект, и все современное. Транспортная развязка. Вот о планировках. Это всегда такой важный вопрос для тех, кто выбирает квартиры. Как они будут соотноситься вот с тем географическим положением, где будет находиться жилой комплекс? Планировки, я уже сказал, что основное было, естественно, учесть то, что берег Оки. Естественно, все там будет благоустроено. Вот. И городом, и набережная должна получиться хорошей. Предпосылки там все, начало там это всему есть. Вот, поэтому планировки жилых комнат были, это все учтено, а сами планировки квартир, ну, мы придерживаемся той же концепции, что и было принято у нас, то есть это нормальные, хорошие, широкие прихожие, потому что в любой квартире нужна либо гардеробная, либо что-то, хорошие кухни, широкие комнаты, довольно-таки просторные, с отделкой той, которая, ну, как я обычно называю, приходи, вешай гордину и живи. Да, мы много уделяем внимания действительно тем элементам, которые... Но людям, скажем так, дорого могут обойтись, если, как мы обычно раньше заезжали
выламывали двери и так далее. Дверь выломаешь, приходится обои переклеивать, что-то где-то поклевать, штукатуры. Поэтому на этом было заострено большое внимание. Плинтуса, линолеум, откосы. Вот на этом мы особое внимание уделяем и качество здесь обеспечиваем. И архитектура до самих домов, вот откуда появилась такая идея вот действительно сделать в классическом виде такой... Ну, набережная, она всегда должна быть набережной. Располагает, да? Да, да. Угу. Это не Волжская, не Верхневолжская набережная, но тем не менее, набережная Оки. И я думаю, что если в этом стиле будет продолжено что-то похожее, ну, такое под старину, под сталинизм, то, я думаю, очень хорошо будет смотреться дома. Угу. Мне нравится. Вот мы с вами уже очень много поговорили о том, что жилой комплекс находится на берегу Оки. Насколько вообще это важно, осваивать вот эту территорию вдоль набережных? Первый шаг вами уже был, компанией был уже сделан, это седьмое небо. Да, конечно, важно. Но город-то ведь сам один из красивейших. Две реки впадают, но не использовать эти набережные, ну, это, ну, преступление. Понимаете? Вы согласны? Что было сделано в те советские времена, это неправильно. Поэтому сейчас нужно как можно быстрее всем включиться во все, и городу, и области, и помогать застройщикам, которые действительно побыстрее все это дело благоустроят, сделают. Там и хорошие на берегу запланированные вот проектом, который я говорил, там деловые центры, ледовый центр там и так далее. То есть там должно получиться красиво. И это видно сверху, когда каждый нижегородец один раз в неделю проезжает по этому мосту Молитвскому, а оттуда все видно, пока он едет из окошка смотрит. Представляете, ну что на красоту смотреть, а что на эти развалины. Там, да. На какой стадии сейчас находится проект? Проект на стадии уже конкретной реализации. Угу. Уже получено разрешение и ведется строительство двух домов. Угу. Разрешение на строительство. Вот, одного 25-этажного, одного 23-этажного. Вот. Выбрано так, ну не то, что специально, но так по проекту и по планам получилось. Но я думаю, что нижегородцы увидят, как они растут, как они быстро растут, как мы умеем их быстро строить. Вот. Ничего тут сложного нет. Вот, технологии мы соблюдаем. Я думаю, что это будет видно буквально вот лето, осень покажет. Они вылезут из земли, будет видно. Наверняка, в зависимости от того, как будет себя вести рынок, пойдут следующие дома. Угу. То есть объем 100 тысяч, 150 тысяч квадратных метров в год – это нормальный объем строительства. Что ж, мы желаем вам успехов, сделать это все как можно быстрее, чтобы рынок стабилизировался, и я думаю, что у всех все будет хорошо. Если второе будет, то первое можно не беспокоиться. Спасибо вам большое, успехов. Пожалуйста.